По итогам проверок недропользователей выявлено более 300 нарушений. Об этом сообщили сотрудники областной прокуратуры на коллегии с участием местных исполнительных и уполномоченных органов. По данным ведомства, недропользователи не выполнили финансовые обязательства на общую сумму более 400 миллионов тенге. В целом в регионе добычей общераспространенных полезных ископаемых занимаются 258 предприятий. Недочеты в работе были обнаружены в 40% из них. В числе нарушений факты добычи песчано-гравийной смеси на землях государственного фонда. Также зафиксированы 12 случаев непредставления недропользователями ежегодных отчетов о добыче полезных ископаемых, 42 факта неисполнения условий контрактов по рекультивации карьеров общей площадью 512 гектаров. Кроме того, выявлены 78 фактов несоблюдения границ лицензионно-контрактных территорий. Площадь составила 100 гектаров. Согласно контракту, каждому недропользователю определяется территорией. Вот, получается, это захваты земель отдельными недропользователями. По этим фактам нами будут внесены представления на имя в уполномоченный орган. Они будут привлечены к административной ответственности.